Всем постам! Полная мобилизация! Направляйтесь к башне Фиска! Фиска? Нас прибывает к башне. Ждите сигнала. Ордер скоро будет. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Эй, обернись! Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да, у меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Похоже, Юрий вызвал кавалерию. Нам нужна помощь! 10:32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать. Oh!
Держи его! Привет, парни! Кто заказывал двойную порцию тяжких телесных? Я сегодня что-то бодрый такой. Мне это не нравится. Да подстрелите же его! Заходим сзади! Фиск-то нанял немало ребят. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Людей. И закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинать. Да! Время пришло, Билли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь! За мной! Уходи, паук! Мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Что здесь делает человек-паук? Он же все испортит! А, спасибо за поддержку, ребята! Вот она, некомфортная рабочая среда! Долго не ждать.
Задайте ему! Надо убрать стрелков. Сейчас будет больно. Другой не выйдет. Привет от мистера Фиска. Где он это берет? Ему конец. Я вышибу тебе мозги. Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно! Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Противник! Этажом выше! Мой выход. Человек-паук! Нифига себе! Ты вообще за... Он слабее. Отрубите. Держите его, не давайте ему прыгать. Те, кто мешает. И как это может хорошо закончиться? Черт! Самое время надрать ему зад. Я молодец! Сейчас ты заткнешься навсегда! Я проломлю тебе дверь! Парни, боссу нужна твоя помощь! Если мы не справимся, Фиск уроет нас! Берегись! Теперь следующий. Сегодня явно не твой.
Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиска грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Они такие милые, когда беспечные. Как успех? Половина готова. Еще минута две и все. Как думаешь, копы знают, где мы? Не важно, что снаружи. Важно, что внутри. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускай эти к терминалу! Задержите его! Внимание! Полное форматирование. Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком грубые. Задайте ему! И это типа крутой герой? Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Надеюсь, ты застрахован. Задержите его! Внимание! Полное форматирование. Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком грубые. Я научу тебя уважению! Он слабее. На твоем месте я бы сбежал. Пять секунд до форматирования. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Задержите его! Внимание! Полное форматирование. Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком грубые. Заткнись на себя! Покажи, что умеешь! Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Выломайте дверь, живо! Прикончить его! Уничтожить все! За ним! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылетит на улицы, и виноват будешь ты. Ты славно потрудился, Фис. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Не попадитесь! Ты очень серьезно ошибся. Как он это делает? Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет. Самое время надрать его за... Любишь фейерверки? Их у нас больше, чем ты думал. Ты уже понял, что это не игрушки? Полейте его! Ему повезло. Не нравится.
Кажется, это все. Сочисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним! Мы найдем бомбы. На помощь! Кто они? Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юрий, врачей сюда! Срочно! Попытаюсь. Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Что? Сегодня что, день ракетчика? Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Он здесь! За ним! Спокойно! У меня на всех хватит! Сейчас будет больно! Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Держи его! Убейте его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его мощь! Убейте его, наконец!
все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Держи его! Держи его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускайте его в офис! Прибейте его, наконец! Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. За все эти годы ты ничему не научился. Подожду нужного момента. Перезарядка. За все эти годы ты ничему не научился.